что, друзья, мы приехали в Варшаву, метро. Сейчас заедем до центра, скинем рюкзаки уже до вокзала, переоденемся и будем гулять. Может быть, что-нибудь интересное найдем. Друзья, вагоны здесь такие же, как и в Будапеште, такие же, как и у нас. Но здесь поцивильнее, чем в Будапеште. Что касается метро, проезд стоит 3,40 местных денег. Но мы купили льготные, которые в два раза дешевле. Так что мы льготники. Злот 70 получается грош. Так что вот, катайтесь по льготным. Ну что, друзья, вот мы погуляли по Варшаве, что можно сказать? Ну, старый центр, он весь восстановлен, просто весь восстановлен. В рыночной площади, где я сейчас нахожусь, 40 лет как она восстановлена. Дворец там королевский, он там лет 20 как восстановлен. В общем, здесь, наверное, ничего старого-то не осталось. И тем более здесь очень мало все. Ну, полдня хватит все обойти без музеев. Так что, ну, Варшава. Хорошо, что мы здесь один день всего, это проездом. Ну, погуляем, посмотрим. Сейчас пойдем к стадиону. Может быть, там что интересное. Может быть, стадион крутой. И все. Так что... Варшава. Ну что, друзья, мы продолжаем пробивать местные столовки. На этот раз в Варшаве. В общем, обед. Суп. Самый дорогой здесь с говяжьей требухой. Картошка, шницель, салат, компот. Обошелся нам 20 злот. В принципе, суп очень вкусный с требухой. Всем советуем. Ну что, друзья, вот мы посетили очередную столовую, молочный бар. Вот так называется. Адрес у него Новый Свет, 39. Вот на самой центровой улице. В принципе, все было очень вкусно и много. Мы наелись. Так что пробивайте столовки. И в Варшаве тоже. Друзья, от нечего делать, мы забрались на смотровую площадку на Советской высотке в центре Варшавы. Так вот, все удовольствия стоят 20 злот с человека. А вид отсюда примерно как с общаги на Дыбенко. То есть на панельке, на коробке. Правда, вот там вот вдалеке виднеются эти черепичные крыши оранжевые, если смотреться. Это вот и есть старый город Варшавы, который полностью установлен, то есть новодел. Ну что, вот такая вот Варшава. Что могу сказать? Сегодня суббота, и в Варшаве тоже какой-то движуха, как и во всех остальных городах. Но она какая-то клялая, как и сам город. Такая Варшава. Сидит мужик на гитаре, лобает какие-то унылые песни. Народ стоит и смотрит. Ну вот, видимо, вот так вот у них тут, в Варшаве. Ну что, друзья, вот мы покидаем Варшаву. Были здесь один день, но нам этого хватило. Мы обошли все, что могли, все достопримечательности, все знаковые места, стадион, старый город. Поднялись даже на Сталинскую высотку, от нечего делать. В общем-то так, здесь делать вообще нечего. Но это мое личное мнение, может быть, кто любит Варшаву. Мне она не понравилась как и первый раз, так и сейчас во второй раз. Не знаю, буду ли я здесь еще, но, во всяком случае, может быть, как перевалочный пункт, как пересадку какую-нибудь делать для поездки, допустим, по Польше. Потому что Польша очень крутая. Ну, кроме Варшавы, естественно. Так что всем отдыхайте в Польше. Здесь круто.